Я спасатель. Вы тонули, я вас из воды достал. Спасибо огромное. Ой, что я могу для вас сделать, спасатель? Ничего, все в порядке, это моя работа. Благодарю вас, мне очень приятно. Вы это, купайтесь осторожно в следующий раз, я за вами слежу. Хорошо, тогда я пойду еще покупаюсь. Осторожней! Ага. Да. Слышь, мужик, привет. Здрасте. А ты спасатель? Ну да. Тяжело, наверное, людей из воды вытаскивать? Не тяжело, там не адреналин, тяжело. Там ух. Ага, понимаю. Ну ты поди устал, отдохнуть тебе надо, да? Не, это моя работа, я привык уже. Ну что, давай я тебя подменю, а ты пока отдохнешь. Да нет, все в порядке, мужчина, я не устал. Пивка попьешь пока. А, не, на работе нельзя. Не. Слушай, спасатель, выручай меня, как мужик мужика. А что? Ну, я тоже хочу вот так вот женщин из воды таскать, тити мять им и в губы их в десна целовать. А, это не поцелуй. Это искусственное дыхание, рот в рот называется. Слушай, я тоже хочу рот в рот, потому что я тут уже неделю ни с кем познакомиться не могу. Ну, выручай, серьезно. Вот, 10 минут буквально. 10? 10 минут. Хорошо, только 10. Да. Вам надо бы переодеться. Да, конечно, не вопрос. Пойдем переоденемся. Да. Ну что, похож я на спасателя? Да, один в один. Класс. Помогите! Спасите! Вот он, да. Мой шанс. Подождите, я должен вам объяснить правила спасателя, важно. Да нафиг эти правила, я помню. Главное, рот в рот. Я спасу тебя! Ты... Спасите! Ну ты даешь. Держи, приложи. Спасибо. Я же тебе говорю, правила есть спасательные, особые. Какое? Ну какое? Первое и самое важное. Достал девушку из воды. Перед тем, как делать искусственное дыхание, проверь, нет ли на пальце обручального кольца. Ага. А если есть? Если есть, то вот такая хрень будет. Проходили, знаем. Понятно. Ну что, переодеваемся? Слушай, давай еще, наверное, минуток 10. Попробую сейчас с твоим правилом. Ага. Ну давай, 10 минуток. Так. О! О! А, не! Это с кольцом, пускай тонет. Так. Сань, вот скажи мне, вот ты что, не мог убедить свою жену не ехать с нами на рыбалку, а? А ты не мог убедить свою куму не ехать с нами на рыбалку? Вика! А? А тебе не скучно тут? Не-а. Вик, а может, ты правда домой поедешь, а? Так, никуда я не поеду, потому что знаю я вас. Вы ж потом на бровях приползете. Что на бровях? Ну как там у вас? Что там у вас? Да вообще не клюет. Вот правильно люди говорят. Вот возьми с собой женщину на рыбалку, вообще клево не будет. Правильно говорят. Это не люди говорят, а собутыльники. Ой. Пойду искупаюсь. Куда ты? Куда? Сюда. Куда? Тут рыбу распугаешь. Не видишь, что тут... Иди вон дальше где-то купайся. Пожалуйста, сюда схожу. Да нет, вот туда иди, ну куда ты уже ж... И что дальше? Ловим мы. Ой, жалко им, честное слово. Все, я вот тут. Дальше еще иди, дальше. Ну еще вон дальше, вон там вот за мысом купаться все. Все, я тут хочу купаться. Дальше. Пошла-то, а? Ага, русалка моя. Ага, ну что? Так. Давай, вот, давай. Вот тут, по-моему. Ага. Вот тут вот пивка. Сань, какого пивка? У нас 5 минут, пока она не вышла. Ну, давай. Серьезное решение нужно принимать. Ой, блин, ладно, хорошо. Вот. Так, вот здесь у нас, по-моему. А? О, она. Она. Водочка. Она. Да, родная. Давай. Так, ну, поехали.
Так, давай, я сейчас пока помидорчики выловлю за пивон. Сань, какие помидорчики? Я говорю, у нас 5 минут. Если она увидит, она нам сама по самые помидорчики. Ага, я понял. Давай, давай за рыбалочку. Да, за рыбалочку. За рыбалку. Ой, хорошо. Ой. Хорошо? Ой. Ой, отлично. Вот так. Вот так, туда ее. Оп-оп-оп-оп-оп. О, хорошо. Хорошо. А, здорово. Нормально. Может, по пивку? А теперь можно. А оливьешка у нас на какой удочке? Подожди, как оливьешка? Мы что, оливьешку закинули? Ой, а что тут оливье плавает? А это рыба нарыгала. Викусь, ну смотри, ну вон хороший мужчина в воде стоит. Вы хорошо будете смотреться. Он уже полчаса вот так по пояс стоит. Это значит, у него проблемы с предстательной... Вика. Ну, а вон тот вот мужик пузатый. Ладно. А вон, смотри, мужчинка такой симпатично занимается на снарядах. Ну, посмотри на его рост. Он же длиннючий. Ну, как я с ним буду целоваться? Подпрыгивать, что ли? Вон тот прикольный. О, симпатичный. Угу. Блин, он с какой-то бабой. Коза! Господи, ну когда я уже найду себе мужика? Звала? Не отвечай, все и так про тебя знаю. У тебя мужчины не было уже больше года. Ой, да-да-да. Ничего, не расстраивайся. Все у тебя наладится, все будет хорошо. Главное, ходи почаще, сама знаешь куда. В церковь? На концерты, сама знаешь кого. Только ходить нужно не самой. Бери с собой подругу, бери с собой маму, бери бабушку, сестру бери. И вместе насладитесь песнопениями. Главное, верь. В то, что я найду себе мужика. Главное, верь, что билеты еще остались хотя бы на 2 года вперед. А пока исповедуйся. Давно ли ты ходила на концерты? Сама знаешь кого? Ну, если честно, то как бы не рада. Ай-яй-яй, грех на тебе большой. Но ничего, каждый вечер перед сном 10 раз читай вовчицу и не но. А пока сниму с тебя порчу. Ух ты! А мне хорошо с тобою. Волосы пахнут весною, нежную и родную. Обниму и поцелую. Вика! Вика! Я... Что со мной? Наконец ты пришла в себя, Вика. Ты это солнечный удар получила. Ой, я тут такое видела. Неудивительно, на таком-то солнцепёке. Девушка, вы бы пошли бы, знаете, куда? На концерт сама знаю кого? Какой концерт, девушка? В тенечек вы пошли бы или водичку окунулись бы? А то лежите, жаритесь. А у вас случайно брата нет? Нет у меня больше брата. После того, как он начал вот эти вещи все делать. Я, значит, тут жарюсь на солнце. Постричься мне некогда было. Выгорел нахрен, я же чернявый был. Тьфу! А-да. Ну, время сейчас, да? Раньше как было? Плавки попу прикрывали. А сейчас попа плавки прикрывает. Да. Ну, это ж классно. Классно? Классно, да. Я тебе говорю, пляж — это самое лучшее место для знакомства. По-любому кого-то зацепим. Ну да, да, зацепим. Только нам бы вот с этими цеплялками нашими что-то делать. Да разберемся, господи. Ой, да. О, смотри, какая, смотри. Втянули. Втянули. Я вот что говорю тебе не первый раз. Говорю, что это тренажерка и правильное питание — это вот то самое то, что надо. Да, согласен с тобой полностью. Ага. Сколько нам еще надо смотреть будет? Я же сил нету.
там живот держать. Ой, а что это там плывет? Ой, капец. Опять. Хочешь ее, терпи. Ой, а. Ребят, привет. Слушайте, я тут недавно развелась, и так хочется, знаете, погулять. Вы не против составить мне компанию, а? Вы что, глухонемые? Странные вы какие-то. Ну ладно, сори. Фу, блин. Я чуть не задохнулся. У меня чуть воздух с другого места не вышел. Вроде вышел. Да? Ага. Вот, блин. Так, я понял. Все, идем в качалку. Идем. Идем. И правильно начинаем питаться. Ага, начинаем. Вот. Ну, наверное, с понедельника, да? Да. Сейчас пойдем. По кукурузке. И по кукурузке, по хот-догу. А, правильно. И пивка. И пивка. Вот туда идем. Да. Фу. Сейчас я бочком, чтобы не цепануть пирс. Девчули, красотули, привет! Давайте познакомимся. Мы не знакомимся. А чё так сразу категорично? Мужчина, потому что нам неинтересно. Вы даже не представляете, от чего вы отказываетесь, реально. Представляем, поэтому и отказываемся. Зацените, какие у меня таланты. А, видали? И это еще не весь мой талант, как говорится. Да, талант не на лице. Ну так что, будем знакомиться? Так знаете что? Мы, конечно, хотели по-хорошему, но будет по-плохому, Александр. А как вы узнали, как меня зовут? Я же не представился. Вообще-то у вас на руке написано. А, ух, блин, забываю. Это во-первых. Во-вторых, вы на пляже не в плавках, а в шортах. А это значит, что вам там нечего показывать. А еще вы носите панамочку, потому что вы уже начинаете лысеть. У вас след от обручального кольца, который вы сняли. Да, а еще вы за последние полчаса подходили как минимум к 15 девушкам. И интересно, что на это скажет ваша жена? А? Я понял. Все нормально. Можно один вопросик? А как вы до этого всего доперли? Это наши маленькие женские секреты. А, понял. Ну, давайте. Секретничайте. Ну что, я экзамен сдала? Молодец, сержант Глущенко. Угу. Дедуктивный метод у вас прекрасен. Так, дальше второй вопрос. А как поймать извращенца? А идемте-ка в парк, потому как здесь, на пляже, извращенцев слишком много. Угу. Но вначале по бокальчику пивка. Ну, вы мне совсем падаете. А он чё? А ты чё? Да ты чё? А он чё? Да нет, это я не с тебя ржу. Там мужик какой-то он ходит с какой-то штукой, ну, с этой... Да не, не с этой. Шутя одно на уме. С металлоискателем. Мужчина, что вы трётесь? Вам пляжа мало? Не знаю. Какую-то мелочь, наверное, ищет. На бутылку не хватает, ага. Мужчина, ну что вы тут вокруг меня да около? Идите дальше. Даже меня не слышит. А да-да, золото, бриллианты ищет. Да я думаю, обручалку потерял, наверное, к жене надо. Ага, ага. Мужчина, а вы идите в кустики. Там много сокровищ собачки оставили. Свежие. Это больной какой-то. А вон чё? Товарищ полковник, есть. Нашел. Сейчас, сейчас. Да, да, я в гражданском. Никакой паники здесь не будет. Я понимаю, что взрыв авиационной бомбы может разбросать осколки на 500 метров, но... Тут вроде на пляже никого и нет, как бы. Ну, я имею в виду из важных, ценных. Так, мусор человеческий, да. Хорошо, все, понимаю. Да, продолжаю операцию. Так, слушай, я потом тебе перезвоню, потому что надо делать ноги. Ага, пока они у меня есть. Есть, здесь она. Точно здесь, да. Я тебе потом перезвоню. Минимум килограмм 200-300, да. Рванет так, что ой-ой-ой.
давай, иди сюда. Иди сюда. Я же тебе говорил, Янка, сработала схема. Вот тебе лежак, пожалуйста. Че ты расселся, минер? Че, понял, за пивом, да? Да какое пиво? Вон, пойди, вон тут лежак разминируй и перетащи сюда, где моя мама будет загорать. Давай. Работаю, товарищ полковник. Да видал, какая девушка. Я бы ее, конечно. Что бы ты ее? Ну что бы ты ее? Ты в прошлый раз, когда с девушкой знакомился, ты сразу же убежал от нее. Так ты слышала, как она похотливо мне сказала? Так она сказала тебе просто привет. Ты видел, как? Она вот так прямо... Привет. А вот... Я бы ее. Чтоб ты бы ее. Ты в прошлый раз, когда с девушкой подошел знакомиться, в обморок упал. Это солнечный удар был. В тот день были тучи. Удар. Я первый пойду. Нет, я, потому что я ее первый увидел. Ты увидел ее, потому что я тебе на нее показал. Нет, я пойду. Я пойду. Я пойду. Ладно, давай честно. Давай. На камень-ножницы. Хорошо. Поехали. Давай. Да. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. В прошлый раз, когда мы так выбирали, все девушки с пляжа проскатились. Ну ладно, давай. Все, хватит. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Так, ты уже ходил сегодня. Ты уже сегодня с женщиной разговаривал. Так это была продавщица мороженого. Да, но она тебе подмигнула, значит, у тебя уже есть девушка. Она мне в матери годится. Ты сам всегда говорил, что тебе нужна девушка такая, как мама. Я не то имел в виду. Мальчики, привет. Зайчики, а вы не могли бы мне спинку намазать? Мне еще и лицо красивое. И голос сексуальный. Зайчики, ну кто будет первым? Понятно. И контрольный в голову. Так. Чистокровная королевская креветка с родословной из Азовского королевства, отборная. Пиво холодное прямо с Антарктиды. Возьми пиво, чтоб не... Мужики, извините, дети, это святое. Ну, согласен. Да. Беги, мальчик, а тут сейчас станет жарко. Да. Не, мужики, это, конечно, все хорошо, но каждый день одно и то же. Слушай, ну мы реально только в минус работаем. Все, завтра стопудово бой. Бой. Ковбой. Забой. Забой. Забой, ковбой. Привет! Господи, чего вы так орете? Профессиональная привычка! Можно с вами познакомиться? Хотя можно немножечко тише и не орать? Ты что, глухая? Я же тебе сказал, профессиональная привычка! Так что, знакомиться будем? А если мы скажем, что нельзя, то что? Я очень упорный! Так что, давайте знакомиться! Пойдем кофеек попьем? Нет! А, хотите сразу на шампанское подсесть, да? Нет! Вино? Нет! Что, сразу водку хлебать будете? Слушайте, отстаньте от нас. Мы не пьем алкоголь. А, я понял, вы травы хотите покурить. Вот тут у меня товарищ возле пирса отличную траву продает. Только никому не говорите. Мне кажется, уже весь пляж об этом знает. Ну так что, пойдем погуляем или сразу ко мне поедем? Это уже слишком. Нет, мы не хотим. Любое предложение нас не устроит. Почему? Потому что не надо так орать. Я же тебе сказал, это профессиональная привычка. Я тут уже 2 месяца хожу, продаю кукурузу, креветку.
Вот идите и продавайте. А еще у меня слух очень хороший. Я за 100 метров услышал, что у вас отпуск заканчивается, а вы еще до сих пор никого не сняли. Так, а чем это вы? И секса у вас тоже целый год не было. Стоп, стоп, хватит. Ладно, пойдем. Хорошо, с вас презервативы, с меня кокоро за креветками, идея. Кокоро за как у Тома Круза. И тогда орел сказал ворону: я не хочу жить до 300 лет и питаться падалью, как ты. Так выпьем же за то, чтобы мы никогда не брали кредиты в валюте. Красиво сказал. Знаю, это я еще не старался. А ты бы лучше старался, что ты не переворачиваешь? Переворачивай уже. Я сам знаю, когда переворачивать, слушай. Слушай, ну я же вижу, что пора переворачивать уже. Нет, не пора, пора выпить снова. По этому поводу тост. Слушаю тебя. Однажды жук спросил у муравья: слушай, муравей, как ты можешь быть такой маленький и такой сильный? На что муравей ничего не ответил, взял жука, разорвал пополам и сожрал его. Потому что когда муравей голодный, он не только маленький и сильный, но еще и злой. Так выпьем же за то, чтобы своевременно приносили горячее. Красиво сказал. Знаю, красиво сказал, да. Не ты, муравей. Так это я за муравей говорил. Это мой род говорил за муравей. Какая разница, а? Твоя рука лучше бы переворачивала. Что ты смотришь? Смотри, горит уже. Слушай, я сам знаю, когда горит, когда не горит, когда переворачивать, когда заворачивать. По этому поводу еще один тост. Говори. Однажды маленькую, но очень гордую птичку... Однажды маленькую, но очень гордую птичку спросили. Да. Слушай, ты когда вырастешь, кем будешь? На что птичка ответил: эй, ты вопросы профессионально задавай, да? Куда вырастешь? Я воробей. А. Так выпьем же за профессионализм. Красавец, отлично сказал. Я так сказал отлично, а ты профессионально переворачивать будешь? Горит уже? Вот сейчас и буду переворачивать, что ты кричишь на меня? Девушка, переворачиваемся, время пришло. О, хорошо. Слушай, я тоже хочу попереворачивать. Можно я в следующий раз? Вот завтра твоя очередь, будешь переворачивать. А пока рекламу давай делай. Как рекламу давай? Ротом как? А, ротом, да-да-да. Кавказский солярий, подходи, торопись. 100% загар, равномерно. Переворачиваем каждую минуту. 4 руки жарим. Подходи, торопись. Кавказский солярий. Ой. То есть как это? Что происходит? Наверное, мы опоздали. И в смысле опоздали? Лучшие места уже заняты. Так 7 утра только. Так и здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Не думал, что кто-то еще встанет в такую рань. Рань не рань, а все места уже вон заняты. Да. Да, да, представляете? И все эти подстилки мои. Как это ваши? Зачем вам так много? Вы же один? Да, здесь я один. А дома меня ждут 4 голодных рота. И поэтому заработать немножечко денег мне не повредит. В смысле заработать? В смысле, что каждая постилочка платная. 50 гривен с человека. А вы в курсе, что это бесплатный пляж? Да. Конечно. За вход я с вас денег брать не имею права. Ходите, ходите. Послушайте, как вам вообще в голову пришла мысль собирать деньги за подстилки и места? Пришла сразу же после того, как этот бренный мир покинула моя тетя Сара. И сказала, что я хочу быть рядом с моим Абрашенькой. Рядом. И нам пришлось купить это место. Знаете что? Мы не будем вам платить за эти места. Да. Мы пойдем на другой пляж. Конечно, да. Идите, что я вас задерживаю. Но только там работает мой племянник Яша. А у него 7 голодных ротов. Поэтому цены в 2 раза дороже. Идите, идите. Слушай, ну это далеко. Давай здесь возьмем и будем загорать. Ладно, давай. Нам одну постелочку за 100 гривен. Да, вот эту вот самую большую поближе к реке. Хорошо, хорошо. С вас 200 гривен. То есть как 200 гривен? В смысле? Нас же 2. Да. Ну? А, вас 2. Так. А постелочка 4-местная. Вот. И что? Да. Хорошо, хорошо.
вы можете заплатить за двоих. Да. О. Хорошо. Вот. Но если придут другие люди, они придут, я буду вынужден просто их подложить к вам. Я не хочу бежать с другими людьми. Вот. Именно так же сказала моя тетя Сарик, когда умерла. Я не хочу лежать с другими людьми, только собравшись. Нам пришлось купить это место. Ладно, давайте нам эту большую за 200. Вы будете загорать? Для этого мы сюда и пришли, да, лежать под солнцем и загорать. Вот. Но эта услуга у нас платная. В смысле платная? А, нет, вы меня неправильно поняли. Солнце-то у нас бесплатное. Слава Богу! Кто же имеет право-то солнце арендовать? Ну да, хоть солнце-то не ваше. Да, пока, к большому сожалению, не наше. Но зонтик мой. И что? На кой нам зонтик? Мы загорать будем? Да-да, вы, пожалуйста, можете загорать. Но зонтик мой, я его тут воткну, и вы загорать не сможете. Только лежать под тенью. Вы имеете полное право. Так. Я чего-то не понимаю. Если мы захотим покупаться, нам что, тоже придется вам заплатить? Какая мудрая у вас женщина. Что? Нет. Вода-то абсолютно бесплатная. А лежу я. Это же море. Кто имеет право на море? Ну да. К сожалению, никто. Но вам нужно будет взять в аренду спасательные жилеты, без которых плавать нельзя. Это написано мелкими буквами на входе в пляж. Послушайте, тут хоть что-то бесплатно можно делать? Конечно. Что? Здесь можно бесплатно лепить пасочки. Пасочки? Но у нас нет ведерок. У меня есть 50 гривен в час. Будете брать? Не надо. Так, короче, давайте договоримся так. Вам 500 гривен, и у нас полный пакет. All inclusive. Мы загораем, пасочки наши и море наше. Да. Окей? Хорошо, хорошо. С вами можно иметь дело. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо. Располагайтесь. Жук. Мужчина? А? А почему вы собираете? Вы что, остальные места не продаете? Нет, конечно. Никто больше не придет. Чего? А вы что, не знаете, по гидромедцентру передавали, что через 15 минут здесь будет град и ливень. Как это град и ливень? Подождите, мы что, зря заплатили? А чего вы нас не предупредили? Чего раньше не сказали? Ну просто справка с гидромедцентра у нас платная. Ну что, не понимаю. Справка у тебя платная, да? Что у тебя справка платная? Что такое? Сейчас я тебе заплачу за эту справку. Красота! Аренда гидроцикла! Это как мотоцикл, только водный и самый модный! Почувствуй себя байкером и ихтиандром! Налетай, торопись! О. С ветерком прокатись! Вот так, о, да, о! Мужчина, не хотите прокатить свою даму на гидроцикле? Да не, достаточно того, что я ее по ресторанам и магазинам вожу. Может быть, девушка сама хочет прокатиться? Ты что, сама? Не-не-не. Я ей один раз дал машину переставить, так она все клумбы снесла, бампера пожмякала. Так что я тебе не советую. Но здесь на воде нет ни одной клумбы, вряд ли она мне что-то помнет. Ну что, девушка, прокатитесь? Быть, ну можно? Да мне, в принципе, пофиг, я предупредил тебя. Прекрасно. Итак, одеваем. Ой. Безопасность превыше всего. Ой, Буся, я пошла. Я тебе покажу, как включается. Так. Отлично, отлично. Ну, смотрите, 10 минут катается, и все в порядке. А вы переживали? Я бы на твоем месте так рано выводы не делал. Да ладно, не переживайте. Все будет хорошо. Девушка, время закончилось. Возвращайтесь. Я говорю, возвращайтесь, куда поехать? Левее! Там матрас, осторожно! Куда? Левее! Девушка, правее! Куда вы, девушка? Назад! Назад! Нет! Нет! Не сюда! Не сюда! Нет! Нет! Ты живой? Кажется, да. Вася! Вася, ты классно
Супер. Почему вы не остановились, когда я вам кричал? Ну, просто мне Бося учила, если я захочу затормозить, то мне надо нажимать на педальку. А я искала, и педальки не было, вот. Тебе помочь? Нет, спасибо, мне так легче. Ну, ладно. А. На, держи вот тебе за аренду. О. А. Бося, ну что, теперь ты дашь мне поводить машинку? Не, теперь ты только на карусели. Можешь выбирать машинку или оленя. Оленя хочу выбрать. А че оленя? Потому что он на тебя очень сильно похож. Чем это он на меня похож? Ну, во-первых, у тебя копыта. Слушай, ну можно побыстрее? Ну подожди еще минуточку. Минуточку, минуточку. Давай, давай. Так, не надо меня торопить, потому что я сейчас начну сначала. Блин. У меня уже руки просто затекли держать это полотенце. Так, только не опускай. Я не хочу, чтобы меня кто-то видел на этом пляже в таком виде. Вика! И не Викой. Я вот сколько раз спросила, купи мне нормальную косметику, дорогую. А ты сэкономим, 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 сэкономим. Сэкономил? Вот. Бу. Девушка, я прошу прощения, а вы не могли бы немножечко все-таки побыстрее? А вы идите, идите, я вас не держу. Вообще-то у вас моя косметика. Вот размылись все вокруг. Один торопит, другой, видите ли, то не так, это не так. Вы что, не видите? Я в таком виде не могу показаться на людях. Девушка, возьмите деньги у меня в кармане. Я все слышу, денежки. А потом что? Сэкономим на косметике, сэкономим еще на чем-нибудь. Вика. И, кстати, купальник у меня тоже не очень. Так знаете что, купальник я вам не отдам. Викусь, возьми мои шорты, одень пока. Я там все равно прикрывать нечего, господи. Что? Ах так? Ты прикрывать мне нечего? Ты что ты начинаешь-то? Жлобяра, да, зачем я ты? Его прошу всю жизнь. Да. Помогите! Спасите! Спасатели! Вот как ждешь спасателей, так их нет никогда. А когда ты раздеваешься, они тут как тут. Точно, надо ж раздеться, и тогда помогите, спасите, помогите. Что случилось? Господи, у меня муж захлебнулся. Понял. Эй, не-не-не, не там, вот здесь. Понял. Мужчина, а вы все правильно делаете? Женщина, не мешайте проводить спасательную операцию. Не, ну, просто я уже вот так вот делала. И, видите, лежит. Значит, неправильно делали, раз лежит. Не, ну я делала вот так, как вы, так он лежал. А когда делала по-другому, так было... О! Женщина, вы о чем? Да не о чем, это я просто о своем, про вот мотоциклы. Что-то странно как-то, я не понял, как он мог захлебнуться, если он сухой? Ну как это? Вот просто взял и захлебнулся пивом. То есть как пивом? Вот так вот. Пивом. И захлебнулся. Очнулся. Серега, кормилец мой. Я не понял, это что такое было? Ваша жена говорит, что вы пивом захлебнулись. Так, пиво пил. А, ты меня по голове ударила. Ё-моё. Просто на солнце нельзя пить пиво. Оно небезопасно. А ты кто такой? Как кто? Уже не видно, я спасатель. Спасатель. Так, спасатель, ты обязан спасать людей? Ну, да, должен. Спасай меня. Возьми мне 3 бутылки пива. Вообще, что ли, оборзили уже, а? Нюх потеряли, совести у вас нету. Вам светлое или темное? У меня светлое. Темное. С вас 10 гривен. Ого, а что так дорого? Стоимость включен массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот и моральная компенсация. Ладно, на, держи. Так, Натаха, ты в следующий раз сразу спасателей вызывай, пусть они мне пиво несут. Потому что я задолбался уже, что меня другие мужики в губы целуют. А, хотя за пиво что только не сделаешь. Не, я не об этом сейчас подумал. Готов? Да, поехали. Опа! Так. Опа! Так. Кручу-верчу, всех обмануть хочу. В каком? Так, тут? В центральном. Опа! Блин, в этом тогда! Опа! Смотри. Опа! Давай еще. Так.
Опа, 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 опа. Ну? Вот здесь. Опа. Да блин, дальняя. Опа. Да что ж такое, а? Опа. Слушай, мужик, ну открой свой секрет, а, я тебе часы даю. 100 баксов и 100 баксов сверху. Ну открой секрет, а. Не открывай. Ладно, давай 100 баксов. 200, ага. Ну ладно. Слышь ты, скотина, где ты? Я тебя уже час ищу. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Чё я хочу? Я тебя все равно найду, скотина ты такая. Всех обмануть ничего хочу. Ничего страшного, я вот найду тебя. Мужчина, а? Вы не видели моего мужа? Такой плюгавенький на алкаша похож, а? Видел. Где? Вон, под ведром у меня. Очень смешно. Очень смешно. Соточку, мадам. Да пошел ты. Слышь ты, скотина, я тебя сейчас найду. Не угадала. Я теперь разгадал твой секрет. Что, тоже от жены прячешься? Ага. Еще и денег подзарабатываю. О, клиент. О. Работаем. Стоять, куда? Как? А почему вы не помогаете, не спасаете его? Потому что я его туда засунул, понял? Ну, он же утонет. Не утонет. Он такой, что ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Я уже все пробовал. Из 5-го этажа его сбрасывал и котлетами рыбными из нашей столовки кормил. Ни хера не помогает. А он что? Только заикаться стал, и все. Ничего его не берет. Ну ладно, я его раскалю, еще не таких кололи. Не, ну так нельзя. Давайте я ему кину, что хотя бы... Куда? Ну зачем вы так с ним? Ну, он уже, по-моему, перестал барахтаться. Че? О, блин, в натуре. Че ты стоишь? Давай спасай, спасатель! Ну, куда? Что? Круг. А, да-да-да. Давай, спасай. Давай, давай. Сгружай его сюда. Вот сюда, давай. Сюда? Ага. Давай. Тельце. Сейчас надо первую помощь. А, мужчина. Да что ты его гладишь? Вот так надо. Стойте, стойте. У него, кажется, пульс пропадает уже. Сейчас надо искусственное дыхание. Сейчас там как... Да давай ему делай. Ирана, я все отдам. Все отдам до копейки. Молодец. Раскололся. Не таких еще кололи в 90-х. Да, спасатель? Да. Что-то мне твоя рожа знакома. А ты случайно не брал кредит в банке «Добрый кредит»? Стой! Шашли курички на шампурах, бедрышки, овечки. Подходим, покупаем шашлык вкуснейший, как такой румяный, как щеки у твоей прекрасной женщины, такой румяный шашлык. Переверну, а щечки не переворачиваются. Женя, пойди скажи этому дяде, пусть он прекратит жарить вот это вот свое мясо. Ну, чего он прекратит? Это же его бизнес, он тут работает. Женя, почему ты его защищаешь? Почему ты не защищаешь нас, вегетарианцев? Я не поняла. Женя, мне не нравится, как пахнет это мясо. Слушай, ну если я подойду ему и скажу, чтобы он не жарил свой шашлык, он из меня шашлык сделает. Ладно, я сама все решу. Мужчина, прекратите, пожалуйста, жарить вот это вот свое мясо. Что, как ты говоришь? Почему прекратить жарить его? Потому что мы вегетарианцы, нам неприятно слышать аромат этого мяса. А, я понял все, так не переживай, ни один из ваших при этом процессе не пострадал. Все нормально. Мужчина,
Я 3 месяца как вегетарианка. Пожалуйста, прекратите жарить ваше мясо. Да почему? Да потому что я уже 3 месяца не ем мясо. И что? Это прекрасное мясо. Это же... Да, свинья рецепт. Какое оно вкусное. Пивасик, да? Пивас холодное. Самое холодное пиво тебе дам, конечно. Открывать себе его? Да. Дальше. Пивасик, да? Нету пива больше. Мясо давай. Нету мяса. Съела ты все мясо, ну. Как все? Ну, дай мне мясо. Ну, нету, было 7 килограмм, ты все съела. Мясо там... дай. Нету мяса. А если я найду? Не надо так на меня смотреть, женщина. Женщина, у меня как бы... Нет, у меня с салом, большая просолька сала, как бы мяса немного. Не то... Стоп! О, слушай, персик. Девушка, здравствуйте. Как зовут вас? Эй, кто так имя спрашивает? Девушка, может, хочешь кофе, шмофе, капучино, шмапучино? Какой капучино, шмапучино? Ты посмотри, красавица какая. Ее нужно сразу в ресторан везти. Шашлык, машлык, зелень, мелень. Что ты мелень, шмелень? Это какой ресторан? У нее не сварение, а варенье будет. Понимаешь? Ее лучше сразу на яхту везти, девушка. Катаемся туда-сюда, шампузик, шмампузик, креветка, шмеветка. Какую яхту? Ты хочешь, чтобы она прямо на яхте тебе регату устроила? Лучше поехать куда-нибудь на курорт, классный номер, все оплачено, все включено, а? Что ты, гостиницу ей предлагаешь? Да, почему нет? Эй, какой гостиница? Девушка, вилла, выбирай любой стоимость, самый дорогой. Целую неделю будешь жить, ни в чем не отказывать. Какая вилла? Я тебе сейчас курорт предлагаю. Весь курорт куплю для тебя. Хочешь Турция, хочешь Египет. Какой хочешь отель? 8 звезд, 9 звезд, 12. Что ты такое говоришь? Это же жемчужина. Какая Египет? Хочешь, Лазурный берег, Монако, Ницца, королевский номер выбираешь, неделя живешь, выходишь на балкон, видишь, красота тебе. Все короли мира завидуют, что они не в этом номере живут. Какая Ницца? Что ты говоришь вообще такое? Ты посмотри на нее. Ей нужен остров, Мальдивы, Сейшелы. Вот что ей нужно. Такой остров, чтобы солнце выходило, говорило, ух, как жалко, что мне на ночь нужно уходить. Девушка, она живой? Девушка, ой. О, живой. Ой, простите, пожалуйста, вы что-то хотели? Я просто музыку слушала. Чай, кофе будешь? А, нет, спасибо, не хочу. Беляш? Слушай, тогда что ты нам голову морочишь? Балованная. Серьезные люди делом занимаются, деньги зарабатывают, а нас отвлекает. Пахлава медовая. Чурчхелла, хинкали. Кукуруза. Чурчхелла, хинкали. Вот, Игорь Егорыч. Ага. Все, как вы любите. Природа, речечка. Ага. И главное, ни одного прокурора в радиусе 100 километров. Я такое люблю. Да. Я вообще люблю не работать. Это я знаю, да. Не хочу вас расстраивать, но сейчас как раз идет заседание Верховной Рады. Это, не путай, я имел в виду обычную работу. Рада то совсем другое. А, ну да. Рада это призвание. Согласен, согласен. Да. Ну что, вам тут все нравится? Да. Все, остаемся. Вот теперь можно отдыхать. Ага. Давай. Так. Ага. Вот. Сюда. Давай эту клюшку. Какую клюшечку? Вторую, двоечку, троечку? Да я в них не разбираюсь. А. Вот это какая. Это та самая. З написано. Ну, пойду. Ага. Смотри, как я умею. Ага. А! Прямо в яблочко. А-а-а. Точнее, в темечко. А я еще сейчас, знаешь, как могу в самую
тютельку. В тютельку надо ниже целиться. Молодец. Давай еще один. Отдаю, да. Вот так. Смотри, самую тютельку. Отлично. Лично-то как. Все, мне скучно. Скучно? Валера, я думаю, что гольф это не мое. Понял. Может быть, охота это ваша? Охота это прямо мое. Пожалуйста. О. Стойте! Никакой охоты! Вы что, с ума сошли? Это кто, Валера? Это человек с зарплатой меньше 100 тысяч долларов, соответственно, это никто. Че кричишь? Иди загорай! Никуда я не уйду! Я тут главный! Я спасатель! Валера, я не понял, я что, здесь не главный? Вы самый главный, Игорь Григорьевич. Вы самый главный. Слышь, спасатель, давай валяй отсюда, тут тебя сейчас спасать надо будет. А вы мне не угрожайте! Пусть этот товарищ вон идет в другое место шариками стрелять. Я тут главный, я спасатель. А он депутат. Это наименьшее зло, которое он может причинить людям. Слышь ты, если ты меньше сутки зарабатываешь, то ты не спасатель, ты сосатель. А ну стоять! Власть сменилась! Быстро в воду! Я два раза предупреждать не буду. Я в стройбате служил. Первый раз играю в эту игру, а уже такой результат. Наверное, спасение на водах – это не мое. Мое – это гольф. Ну что? Только пришли на пляж, а пиво уже закончилось. Да. Еще и жарит так капец. Капец. Фу. Да, в ямке, конечно, сейчас прохладненько. Да, в ямке хорошо. О, может, закопаешь? Тебя, что ли? А что, нет? Закопаю. Давай. Все равно делать нечего. Эй, малыш, дай лопатку. Да хорош, хорош, хорош. Ну как, лучше? Класс, Жека. Прохладненько. Спасибо, малыш, за лопатку. Да, сейчас бы еще пивка прохладненько. Да. Было бы вообще бомба. Ой, не говори. Может, сходишь? А что я-то? Ну ладно. Ну, закопай я. За пивом тоже я, что ли? Делать больше нечего мне. Ну ладно, Жека, что ты кипятишь? Ну, хочешь, раскопай меня, я схожу. Сходи. В смысле, раскопай? Ну, а нет, давай я вот сам схожу. Лежи, я сам схожу. Я принесу! Че ты сам принесешь? Ты уже еле ходишь. Так, шабашить, пить на жаре у меня уже в глазах двоится. Мужик, ты че, мужик? Ты смотри, там не перепутай. Я не мячик. Держи девяточку! Какую нахер делать? Ага! Жека! Жека, выкапывай меня отсюда! Тут теперь не прохладно. Тут теперь тепло и мокро. Хачапури, чурчхела, чихахбили. Я говорю, хачапури, чурчхела, шашлык, свинячий, козлячий, на выбор делаем заказы. Мужчина, вы можете не орать прямо нам на ухо? Да. Идите где-то, ходите, бродите, там кричите. Куда ходить, где бродить, где кричать мне? Ну, выходите, поищите кого-то на пляже. Женщина, что ты говоришь такое, а? Где ходить, где смотреть? Апрель месяц на дворе, вы одни здесь лежите. Я тебе говорила, надо было в Турцию ехать, в Египет, а ты дорого, дорого. Ой, слушай, женщина, что ты говоришь такое? Турция, Шмурция, Египет, Первипет, а? Я вам здесь такой инклюзив сделаю, да? Ты пальчики оближешь, и себе, и мне оближешь пальчики. Что, что ты? Ничего, никому лизать не собираюсь. О. И вообще, с таким подходом вы никому ничего не продадите. Что ты сейчас сказала, так обидно делаешь мне, а ты?
Я когда в роддоме родился, я коня, который отец хотел акушеру подарить, продал ему, чтобы ты знала. Я не умею продавать. Не умеете. Что ты, так ты делаешь так обидно мне ты? Смотри, женщина. Кинзмараули, ванчкарары, кацетели. О, вот это уже интересно. Так ничего мы покупать не будем. Вот мне интересно, как вы с таким подходом вообще что-то продадите? Вот сейчас вы обидели меня очень жестко вообще. Такая обида обидная была сейчас вы. Как кинжалом проткнули меня насквозь, да? Прокрутили несколько раз, потом прыгнули своими задницами, так и кинжал насквозь меня прошел. Не буду вам ничего я продавать больше, понятно? Что? Пожалуйста. Я вас угощать буду. Что? Угощать, говорю, буду тебя. И тебя тоже буду угощать. А... Мясо на палке хочешь? Хочу. Бери мясо на палке, ешь, бери. Нино, Нино, где твоя Нино? Тут моя Нино. Держи, на, держи, держи. Ничего не жалко для людей хороших, а для красивых, очаровательных женщин вообще готов. Маму отдать готов даже за себя. Смотри, музыка какая играет, та женщина. Танцуй ярче, давай, зашкидывай. Вот, хорошо. Ай, так, ближе, ближе ко мне давай. Ой, какие бедра хорошие, очень хорошие бедра. Это что сейчас началось? Что началось? Так, я сейчас за вот это все заплачу. Не надо, я сказал, что ты обижаешь меня. Мы танцуем, не видишь? Ой, хорошо. Я сказал, заплачу, значит, заплачу. Что ты заплатишь мне? Ай, уже не шути так. О, хорошо, больше отрачиваю. Это что, деньги по-твоему, что ли? Что ты делаешь? А так? Что? На, все забирай. Все, до свидания. Снова обидел ты меня. Ну ладно, что ты? Вот так вот помочь маме с вашей штукой. На, цепи ты. До свидания. До свидания. Не трясись ты уже, что ты трясешься? Продаваться я не умею, да? Наверное, приятного аппетита пожелал. Долго нам еще? Слушай, не ной. Это нетерпеливый он тебя. Ну, у тебя и такого нет. Слушайте, давайте вот здесь. Вот здесь хорошо же, да? Слава богу. Здесь как-то ветрено. Давайте туда. Слушайте, я вам что, насельщик, что ли? Чего ты такой нервный-то, а? Ну, у тебя и такого нет. Ну. Слушайте, ну тут ветра нет, ну так и солнца скоро ж не будет. Давайте вот туда. А как вы задолбали. Господи, бурчит и бурчит. У тебя и такого нет. Ну здесь стрёмно, здесь могут эти баскетболисты могут в голову мячом попасть. Волейболисты! Господи, что ты такой крикливый? У тебя и такого нет. Слушай, ну пойдем туда. Куда? Пойдем. К бару? Чтобы он вообще загорал там и не вылазил? Нет. Ну, давай здесь. Нет, давайте вот. Нет, вот, давай хороший... вот здесь хорошо. Вот хорошее я место. Я говорю, здесь хорошее а место. А тут хорошо. Здесь мягенько. А тут лучше. Здесь лучше песочек. А тут солнце. Так, короче, ты там. Все, задолбали. Фу. Так, засранец, ты когда нас отпустишь? Да что, подождите, я сейчас с баром определюсь, где я сидеть буду. Так ты уже в трех барах был. Правильно. В том баре пиво не холодное, в том вобла не продается. А в этом, вон, вообще не пойми, что наливают. Вот в тот пойду. Вы пока сидите, загорайте, что вам? Какой он у тебя неопределившийся? У тебя и такого нет. Хотя согласна, говнюк еще тот.